Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Страница 56, упражнение номер 1. Назови пропущенные числа 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Каких шаров больше, красных или зеленых? Красных шаров больше, чем зеленых. Насколько зеленых шаров меньше, чем красных? Чтобы знать, насколько одно число больше или меньше, чем другое, нужно из большего числа вычесть меньшее. То есть мы должны из количества красных шаров вычесть количество зеленых. Красных шаров 15, зеленых 5. 15 минус 5 равно 10. На 10 шаров зеленых меньше, чем красных. Записываем ответ, ставим две точки и пишем на 10 шаров. Точка. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.